Попробую рассказать коротко о главном, о технике записи лекции за 3 минуты. Итак, открываем браузер и пишем в нем адрес screencast.all.matic.com и нажимаем на кнопочку Start Recording. Начинается загрузка веб-интерфейса, и мы видим контур захвата. Этот контур, как мы понимаем, можно изменить. Все, что попадет в него, все будет записано. Закрыли. При повторном начале записи размер контура будет тот, который был ранее. Вот он тот же самый. Выбираем размер контура. Если возьмем полный экран, full screen, то мы увидим только сам вот этот интерфейс для выбора микрофона. Начинаем запись. Пошел обратный отсчет времени. Вперед. Сейчас идет запись. Например, я хочу записывать вот тот видеофрагмент, который мне нужен. Допустим, я показываю, как читать сообщения форума. Все, что я сейчас делаю, все записывается. Замечательно. Остановить запись. Я кликнул по кнопочке с изображением моего веб-интерфейса и могу сохранить теперь его в различные форматы, в YouTube или файл. Выбираю файл. Нажимаю кнопочку «Сохранить видео в формате MP4», самый ходовой формат. Он спрашивает, какое имя файла, допустим, 3 единички, «Сохранить». Пошло сохранение моего видеофайла. Замечательно. Он создан. Нажать по папке, где этот файл лежит. Вот эта папка открывается. И вот мой файл готов. Замечательно. Теперь его можно посмотреть как готовый результат. Первый результат. Запись лекции в видеофайл. Файл можно записать на флешку и так далее. Обратим внимание, что у нас имеется надпись Screencast-O-Matic в левом нижнем углу при бесплатной эксплуатации этого сервиса. Идет просмотр то, что мы записали. Закрываем браузер, закрываем проводник, возвращаемся назад и теперь записываем в YouTube. Вторая часть задачи — записать то же самое в YouTube. Выбираем публичный просмотр нашего файла, например. Даем имя файла. Имя записи, допустим, проба, описание короткое. И переходим к сохранению в YouTube, бесплатный сервис YouTube. Все, пошло сохранение. Загрузка, сервис YouTube готово. Вот ссылка на сервис YouTube. Открываем этот сервис. И видим, что результат выполнен. Таким образом, ничего сложного в этой записи нет. Вот пошел просмотр того, что мы записывали с вами сейчас. Реклама сохраняется, да, для бесплатного сервиса. Задача видеозаписи решена. Желаю вам успехов и жду ваших вопросов.